Москву по приглашению Верховного Совета СССР прибыли председатель парламента Республики Индонезии Сартоно и сопровождающие его лица. В Большом Кремлевском дворце гости были приняты председателем Совета национальности Верховного Совета СССР Лацисом и заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Лебедевым. Приветствуя депутатов из Индонезии, товарищ Лацис пожелал им хорошо провести время, в течение которого они намерены быть в Советском Союзе. После приема гости осмотрели Большой Кремлевский дворец, побывали в Георгиевском зале, Грановитой палате, ознакомились с достопримечательностями Кремля.